По компьютерному томографу могу сразу сказать, что да, тут сроки сместились, монтаж начался, но пока сегодня он еще не работает, компьютерный томограф. Будет информация как бы по результатам, так скажем, работы монтажа, то тогда я, наверное, дополнительно скажу. Монтаж начался, но еще, к сожалению, непонятно, когда закончится. Но ребята работали в выходные дни. Есть нюансы, есть особенности. Все-таки это не поставить, грубо говоря, кушетку там или стол. Это достаточно сложная аппаратура. Ну, она начнет работать, естественно, мы сообщим об этом.